Приветствую, мальчишки и девчонки, с вами ваш Невармор, и сегодня мы врываемся в довольно-таки свежую игрушечку под названием Plan B Terraform. Почему не Plan A, что пошло не так, почему мы перешли к плану B, мы не знаем, но по сюжету мы должны колонизировать, точнее улучшить и терраформировать уже колонизированную планетку. Чем мы, собственно, и займемся? Планета новая, неигранная, имя берем абсолютно по рандому. О, там был Юрейнос, ну боже, как можно было пролюбить Юрейнос. Ну окей, мир Джеру, так мир Джеру, будем ломать язык. Ваша компания получила право добывать ресурсы на недавно открытой планете. Вам нужно организовать снабжение, улучшение, развитие и удача, как говорил Дамблдор. Немножко похоже на Аракис, знаете ли. Совсем шушуть. Самую такую малость. У, я вижу, что мы работаем по шестиугольничкам, как цивилизация. Это было круто. Но что-то мне подсказывает, что обучение здесь вообще не завезли. Будем разбираться в процессе. О, привет, я буду своим помощником. Для начала попробуем осмотреться в новом мире. Передвигая клавишу, средняя клавиша мыши, есть. Дальше что? Зум, чтобы всю планету, крутяк. Нам реально доступна вся планета, слушайте. Любые горы, любые скалы, любое все. Это круто. То есть ее можно будет все застроить. А если мы найдем, где мы еще заземлились-то? Где мы еще заземлились? Спасите, помогите, где мой город Нью-Фукуока? О, мы японцы, кстати. Фукуока, это же японский город. Вот, не Фукуока. Выберите один объект железа с помощью левой кнопки мыши. А где здесь железо? Я бы-то бы не против. Поиск справа. Справа от нас или справа от вас? Дамы и господа, я... Чуть-чуть стремаюсь. Вот это карта минералов, да? Карта минералов не Фукуока. Знать бы еще, кто из вас, но вроде бы ближайший это вот. Да, железо, точно. Постройте один объект, выделитель, разместите его поверх объекта железа. Промышленность, выделитель, выделяет минералы из земли, стоимость стальной стержень. Ну хоть не нефритовое, то счастье. Тебя вертеть можно? Тебя можно менять, но тебя нельзя вертеть. Ну, как становишься, так становишься. Пунц. А, ты крутишься сам, тебе даже вертеть не нужно. Нажмите на кнопку промышленность в левом меню, чтобы посмотреть, построить склад с железом. На складах хранятся контейнеры. Склад с железом, завод, склад. Наверное, лучше поближе построить, да? Железо. И оно законнектилось. На заводах из железа управляется арматура. Постройте один завод, чтобы разместить его возле склада. Завод. Так, а как тебя, чтобы ты мне... Наискосочек не получится, давай вот так. Делаем стальные стержни. Ну, вроде проще, чем всякая факторию, то есть... Ну, по логике, да? Стыкует само. А построить новый склад для хранения железа с этого завода. Изи-пизи. Стальной стержень. Пока что все просто. Дроны работают. Илон Маск счастлив. Наконец-то можете построить сборочный цех, которому нужна сталь для новых выделителей. И это сборочный завод. Вау, мы построили производственную линию. Да мы ж круты. А нужно что? Выделители. Больше информации на экране помощи, кнопка сверху. А, вот в чем подляна была. То есть, а потом майся сам. Глобальная цель — довести численность населения до 1 миллиона. И терраформировать планету. Переключать камеру с помощью правой кнопки мыши. Ну, хорошо. Выделители железа, склады, это мы поняли. Выберите здание на панели... Может, ты мне подскажешь самому, что делать? Постройте объект-выделитель до 10 штук и разместите их на земле. А почему на земле? Что нам даст на земле, он еще не размещается. На ресурсе — да. А на земле — нет. Чуть-чуть за ресурсы. Это не ресурсы, это железо. А, давайте прочекаем, что там были еще за ресурсы желтенькие. Сера. И вроде других цветов я не вижу. О, узнать такое себе. А, вот так даже проще. Вот это серо, вот это железо. Ну, десяточка так десяточка, строим коллективно подряд. Тунц, тунц, два, три, четыре, пять, шесть не строится. Коннект с боком. Здесь дороженьки можно, транспортировочная лента, нет? А я не хочу строить склады отдельно. А, оно соединяет по трешке, вообще идеально.
И даже не нужно выбирать, что складируется железо. А как тебе соединить-то с основным заводиком? Или проще поставить отдельную производственную линию? Промежуточный заводик. Стальной стержень. Да, с двух на один завод. Выделяющие работают, железо складируется. Ну, давай попробуем 2 на 1. Как и лучших видео Саши Грей. Выделитель, пожалуйста. Хотя все склады нужно строить. Ну, предположим. И где-то наш город Нифукуока. Пум-пум-пум-пум. Где он есть? Нифукуока. Городам необходимо снабжение ресурсами и утилизация отходов с учетом их размера. Население 3. Прям как в Библии, да? Авраам породил Якова, Яков породил еще кого-то мужика, а потом у них появились женщины. Новая Барселона, наш или не наш? А бог его знает, наш или не наш. Ну, работаем, чем имеем. Плюс у нас здесь серы еще рядом. 10 штук, разместите их на земле. Вот еще один подрос. Давай, вот сюда. Завод. А если я бахну 2 завода? Да, все круто, я склады не поставил. Скажи, Невар, не тупим, не тупим. А, я неправильно сделал. А можно его удалить как-то? Или стоп, да, остальные стержни. Вот тут маленько протупил. Сперва плавилка, потом же железо. Ну давай. Если я поставлю складецкий, и с него буду получать стальные стержни. Исправил ситуацию, видите, исправил ситуацию. Не протупил, а такая тактика задуманная. Плюс один склад есть. Потом можем один завод переориентировать. Давайте на пятую скорость бахнем. Здесь еще один выделитель. Раз, два, три. Тут даже 4 на один склад заработают. Еще один. С какой скоростью вы их делаете? Стальной стержень X3. Годовое производство 12. О, это год у них считается. Долгенько, долгенько. Ей 10 заводов. Цель, постройте объект завод, 5 штук, разместите их на земле. Я хотел что-то оптимизировать, но ладно. А мне нужно переключиться на производство чуть-чуть заводов. А ну бомбежги. Маленький складик вот здесь, вот железо. Работа пошла, выделитель добавили. Завод сейчас сборочный пройдет. Стоп, не-не-не, не сборочный, а просто завод. Для стальных стержней. Я же его назначил, да? Механические детали. А, те механические детали. Стоять боятся. Тогда у меня вопрос. Во, мы можем переключиться на механические детали. А шо ж ты, собака, сразу не сказала-то, а? Аж какая нагла, а? Тогда вот этот завод мы переключаем на... Хотя нет, пускай остается на стальных стержнях и все такое. На выделителях мы можем даже застраивать другую сторону. Тут хорошее место. Допустим, раз, два, три. Надо только будет бахнуть еще один складик. Без складика жизнь не жизнь. А, ну да, ну да. Я такой думаю, а че ж-то оно не работает? А на склад-то механические детали не поставляются. Потому оно и не работает. О, заводики пошли. Заводик, мехадетальки. Мехадетальки делаются из стальных стержней. Чё? Я опять протупил. Производит механические детали. Я опять протупил, не тот завод поставил. О, это игра для Невра. Я уже чувствую эти написанные комментарии. Типа, Невр, ты красавчик. Так, смотрим. Доведите численность населения в главном городе до 10. Постройте связанный городом центр снабжения, поставляйте в него нужные ресурсы, чтобы город рос. Дай нам бетон, дорогу, остановку, грузовик, центр снабжения. Я еще это не наладил. Вы понимали, мне нужен еще один склад. Кого можно переключить на один склад? Если ты будешь делать склады, тебе нужны стальные стержни. Тебе нужны стальные стержни, ты... А, стоп, нет, не-не-не. Ты делаешь заводы и дальше. А со стальных стержней мы можем взяться за, допустим, вот это вот. Добыча пошла, работа пошла, работа пошла. Медленно, ну, как бы пошла. Смотрим дальше. Продвинутая промышленность.
Центр снабжения необходим для роста... ты будешь делаться на мегазаводе еще, да? Да, центр снабжения делается там же, дорога делается там же. Тогда мы делаем отдельную линию, друзья мои. Вот здесь вот на снабжение производства нормального завода. У нас что-нибудь там базовое есть уже? Вот, складецкий пошел. Тут хранится железо. Если мне нужно, очень сильно, очень нужно. Из чего делается центр снабжения? Из бетона. А еще мы почти будем делать бетон. Такой маленький, но гордый вопросик. Бетон делается из серы. И вот тут вот она, собака, забуксовала. Хорошо. Это ж, слава богу, что еще рисую, когда электричество не нужно сюда подводить. А то был бы полный ад и немножко Израиль. Так, раз, два, три, раз, два, три. Вот здесь вот хорошее место получается. Два склада мы делаем. Это сера, это сера. А, ты догадался, что это сера само? Ух ты какая. Почему у меня не делается завод? Стоимость меходетали. Почему у меня не делаются меходетали? Потому что у меня не делают стальные стержни. Ну, вы поняли, да? Ты делай стальные стержни. Ты делай... Где-то вот здесь у нас линия производства немножко просела. Где, мы не знаем. Но где-то такое есть. Вот что производится. Стальной стержень. Максимум 1, железо 3. Стальной стержень. Механические детали. О, вот тут вот Невер уже маленько запутался. Давай стальной стержень сюда. Не-не-не. Так, снесись, пожалуйста. Я нашел кнопку «снестись». Нужно делать сразу и по-умному. Дети мои, не делайте так, как делает Невер. Иначе вы сами не поймете, что вы еще делаете. Такс. Из стальных стержней делается мехадеталь. Мне нужен хотя бы один завод. Так, нужны мехадетали, которые делает завод, который делает... Собака, яй. А ну, произведи мне, пожалуйста, немножко мехадетали. Сюда заскладируюсь. Да, вот, вот, вот. Мы можем переназначать. Склады, соответственно, тоже переназначаются. Я прям ощущаю, как вы это смотрите с громким криком и вырыванием глаз. Типа, Невер. За что? Что мы тебе плохого сделали? Ничего плохого не сделали, но... Это, так сказать, проактивно это. Бетон сюда. Но бетон хотя бы складируется. Это мы уже сделали. Теперь центр снабжения для города. Он делается на заводе. Это на 100-500 точно. Но на каком? Вот в чем вопрос. Он делается на вот этом заводе и делается с помощью бетона. А, то есть нам нужен завод, сборочный завод. А ты можешь мне на своем заводе собрать сборочный завод? Можешь. Но тебе нужны мехадетали. Хорошо. Собирай обычные. Так, тебе нужно... Что ты еще здесь делала? Делай выделители. У нас их много или мало? У нас один. Во. Выделители тоже нужны. Ты можешь сделать мне мехадетальки. Есть. Ты можешь сделать мне центр снабжения. Делается из бетона. Не, сборочный завод. Вот, вот, мехадетали есть. Все, сейчас, 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 сейчас. Мысль Невра догнала. Сейчас мы увидим чудо. И чудо случилось. Так, давай один сюда. Ты делаешь центр снабжения. Сюда мы ставим склад, на который будет собираться центр снабжения. Или центр... А, центр снабжения у нас же идут в общее. Ну, без балды. Собираешь же хорошо. Можем даже поставить два сборочных завода. В разные стороны. Совсем шушуть. И они не коннектятся вообще нифига ни разу. Чё за обман? У вас же есть общее сопряжение. Тут сборочный завод. Вернись на родину, вернись в семью. Я усё прощу. Ты даже так не хочешь? А здесь? В смысле ты не коннектишься? Бусинка моя, а как это вообще работает? Или один склад только на один завод? Так вроде не должно так быть. Ну окей, бетон вроде крафтим. Думаем дальше.
Стоп, центр снабжения, господи, центр снабжения. Центр снабжения нам нужен городу. Что я творю? Так, новая Фукуока. Будем очень далеко тащить наши ресурсы через горы, через поля. Нам не хватит бетонных дорог. А центр снабжения, что он нам дает? Снабжать города необходимо для роста ресурсами. Снабжение города не Фукуока, снабжение недоступно 0%. А, нужен бетон. Мы можем проложить дорогу или нет? По дорогам ходят грузовики, перевозящие контейнеры. Стоимость для 4, 1 бетон. Бетонный завод, точнее, дорожный завод. Бетон-то у нас вроде есть. Да, бетон у нас есть. Центр снабжения. А, мы должны дороги делать отдельно, все. Уловил грустную суть. Тогда нам нужно больше выделителей, больше всего остального. Так, ты один сюда, один сюда, один сюда. Один сюда, один сюда. Складецкий сюда. Сера. Складецкий сюда, сера. Складецкий сюда, сера. Дороги мы делаем. Теоретически, да. И попробуем сейчас сделать страшное. Не знаю, сколько это вообще получится. Ох ты ж, да черта нам нужно-то. Меху будет, когда окажется, что нам как-то не нужно было тащить дорогу. Кто ее? Вроде копится. Давайте накопим, сколько там надо. А, ширина, долгота, температура, вода, земля. Внизу написано, не написано, сколько нужно деталек. Так, на глаз прикинем. Где-то на третью часть мы уже накопили. Это довольно быстро, пускай накопится еще. А для грузовичка что нужно? Меходетали. Меходетали — это фигня вопрос. У нас он куча железа. Мы кучу железа перерабатываем сразу же в за... Да, я знаю, что это похоже на факторию, в которую вы меня давно уговорите поиграть, но... Нет. Просто нет. А заводик УЦ, который делает стальные стержни, ложит их на складик. Оттуда мы их забираем на другой заводе, который делает меходеталь. Так ты, кто из вас делает меходетали? Ты же делаешь меходетальки. Еще один складик для меходеталек. Тебе мы ставим заводик грузовой техник. А где мы делаем грузовую технику? Сборочный завод или обычный? Так, грузовая техника. Грузовички мы делаем на сборочном заводе. Окей, у нас их еще до черта. Грузовички. И маленький складик на производство грузовиков. В смысле складов нет. В смысле складов нет, мы что не делаем склады. Переключись, пожалуйста, склады. И да, самое обидное, что у нас заканчивается ресурс. Мой расчет на то, что это будет бесконечно, немножко не оправдался. Грусть печаль, грусть печаль. Ресурсы, конечно, до черта, он местами плохо перерабатывается, но все равно. Грусть печаль, так отсюда мы не вывели стальные стержни. Дивно странно почему. Склады. Плюс один. Стальные стержни, давай выводи. А то запас ресурса большой, никуда не идет. А что по дорогам? 141 дорога. Я прям чувствую, что я делаю неправильную боль. Но я обязан попытаться. Да, мы накопили прям до Фукуоки. Пунц. Что нам это дало? Примерно приблизительно вообще... А! В смысле, я могу заменить центр снабжения, но не могу... Чё? Ну, допустим, поставил центр на Нифукуока, бетон. А может быть, нам нужны грузовички? Ага, вон чё как. Вон чё как. Я подвожу их сюда. И они возят бетон. И таки очень нехитрым образом, подключая бетонный склад. Заметьте, они так Невер протупил с самого начала, подключил серный склад. Вы этого не увидите, это было за кадром, это был очень жуткий позор. И полчаса разбирательства, почему у меня не везется сера вместо бетона. Но тем не менее, дело пошло, дело полетело, грузовички пошли. Вот они наши хорошие, давай ускоряемся на максимальную скорость. И вроде бы город Фукуока должен расти, радоваться и процветать. Я первый подъеду.
Смотрим, наблюдаем. Плюс один бетон. Грузовички. Мы вас очень сильно ждем. Где там наши первенькие? Это реально далеко. Надо было серу заводить. Он поближе есть немножко. Да. Он доехал. Он... Почему он не принимает бетон? С городом связано. Это хорошо. Центр снабжения снабжает город необходимым ресурсом. Пункт назначения. Ну вот он, твой пункт назначения, давай. В смысле, где мои грузовички делись? Что произошло? Что произошло? Почему это не работает? Они что, будут ехать с самого начала? Да, ну вы меня троллите. И попыточка номер два. Бетон приезжает, но не забирается. Почему он не забирается, бетон-то? Точка приемки правильная, точка отгрузки правильная. Бетон же везем, бетон. Перевозимый груз, бетон, да. Или тебе тоже нужен маленький складик, слушайте. Ну, допустим, бетон. Да, без склада не работает. Видишь ты, какая хитрая задница. Ну, вроде сделали, вроде опробовали. Город Фукуока растет, состояние рост 100%. Снабжение города хорошее, замечательно. Что тебе еще нужно? Годовая потребность, соточка, один бетон. Тогда остается ждать, пока он вырастет, или прокладывать дороги в новый Мумбай, новый Барс... О, слушай, а он растет! Население пятеро, он разрастает за больше. Снабжение города хорошее, да я думаю, у нас все на бетон работают. Тогда я сделаю что? Я немножечко стрейфану, вот отсюда еще махонькое производство тоже серы, того же бетона. Давай, раз, два, три. Некрасиво сделал, согласен, надо было вот эту точку брать. И у нас опять нет складов. О, происходит, почему у нас опять нет складов? Потому что у нас нет опять железа. О, левел 4. Цель достигнута, довести численность населения в городном главном городе до соточки. Крупным городам нужны новые ресурсы. Нам нужны алюминиевые стержни, уголь, сырье, атмосферный выделитель, башня-указатель. Что происходит и почему это происходит и что? Где вы взяли все эти ресурсы? У нас всего железо и сера есть. И что-то еще такое маленькое появилось. Опция. У нас есть флюорит, которого раньше не было явно на карте. Сейчас появились маленькие, но точки. Смотрим, что нужно нашему городу. Реально разрослось. На безвоздушной планете у нас еще и ветряные станции поставили. Снабжение города ограничено. Что нам нужно? Нам нужно, кроме бетона, вот такая круглая штука. Башня-указатель отображает введенный игроком текст в главном окне и на мини-карте. Обойдусь. А, атмосферный выделитель... выделяет кислород и углерод из воздуха, производит их, пока есть хотя бы одна очередь, производство не полна. Механические детали, алюминиевый стержень. Ой-ё. Алюминий, наверное, добывается из флюорита. Есть такое страшное, но очень сильное подозрение. Которое у нас не так, чтобы и очень далеко. А ну давайте, разбабахаем. Так, в этот раз поставим по-правильному. Один здесь, один здесь, один здесь. Один здесь, четыре будет работать на один склад. У нас та же проблема непроизводяхи. Так, у вас закончилась вся возможность. Если я тебя от седого уберу, ты у меня... О, так они же демонтируемые. Моя ж ты золотая бусинка. Где там флюорит находил? Теперь главное вернуть то, что я уже потерял. Во, вот здесь застроено. Пожалуйста, складецкий. А, серофлюорит, флюорит, флюорит. Добыча пошла. У нас там можно, кстати, демонтировать еще одну добывашечку. Давай-ка мы тебя тоже... Уц, уц, забрали. Даже уц можно еще один забрать. А, нет, стоп, ты еще не все добыла. Хорошо. Флюорит у нас превращается в что? А завод сборочный, не сборочный, просто завод. Который производит алюминиевые стержни. Стоимость алюминиевого руда. Да. Невер, как всегда, был гениален. А алюминиевая руда, это я, пардон, прошу, где? А то флюорит-то я вижу, а алюминий мы не завозили еще. Так, это сера. Это у нас... Чё? Это у нас что-то еще флюорит. А. Хист, у нас проблема. У нас нет алюминиевой руды. А вот это алюминиевая руда. Что вы сразу не сказали, что тут есть большая, огромная алюминиевая руда. Окей. Пара добывашечек еще есть. Раз, два.
Складецкий есть. Алюминиевая руда. Как несложно было вообще догадаться. Там было написано алюминиевая руда. Алюминиевые стержни. Сборочный заводик. Чуть-чуть тут нужен складик, которых мы опять не производим. А завод, производящий атмосферные выделители. Плюс нужны еще механические детали. Зараза, это всегда же надо будет железо подвозить. О, это сложно. Это будет очень сложно. Хотя железо рядом есть. Если извернуться, измахнуться, то можно сделать. Или проложить еще одну рабочую торговую линию. Что тоже, в принципе, рабочий вариант. Но нужны склады. Но, друзья мои, этим мы займемся уже в следующем эпизоде. Общее представление вы получили, а пока что делаем маленькую паузу. Не забываем про наш Телеграм, Дискорд и ВКонтакт. Ссылочки все так же под видео в описании. Всем удачи, всем до встречи. Увидимся на более терраформированной планетке.